Добрый день, меня зовут Анастасия. Сегодня хочу показать вам женские кроссовки немецкого бренда Puma. Верх модели выполнен из высококачественного текстиля и искусственной кожи. Плотный текстиль на фронтальной и боковых частях модели не задерживает тепло в обуви, а гладкая искусственная кожа укрепляет мысок, пятку и место крепления шнурков. Кроссовки будут лучше держать форму и прослужат вам дольше. Ламинированная поверхность кожи блестит на свету. Объемный, многослойный дизайн притягивает взгляд. Мягкий край поддерживает щиколотку, дает дополнительный комфорт и фиксацию. Подкладка и стелька из ткани приятны на ощупь. Они препятствуют появлению мозолей, мягко облегая стопу. Стелька воздушная. При нажатии пальцами можно ощутить ее упругость. Ваши стопы будут меньше уставать. Нагрузка на них снизится. Стелька съемная. Ее можно вынуть, просушить или заменить на новую. В области пятки есть мягкая подушечка. Она плотно прилегает к ноге и защищает от появления мозолей. Ваша стопа лучше зафиксирована. Толстая подошва из легкого упругого материала Эва смягчает удары стопы о поверхность. С ней ноги будут меньше уставать. Прочный протектор из резины защитит подошву от истирания. Его фактурный рисунок улучшит сцепление с поверхностью. Он переходит на носок. Это защитит обувь во время активного отдыха. Носить эти кроссовки в стиле уличный спорт со спортивной одеждой. Их можно сочетать с леггинсами и спортивными штанами, а также с кажуальными платьями и брюками. Кроссовки предназначены для каждодневного ношения. Умная подошва поддержит ваши мышцы и суставы. В кроссовках удобно работать и ходить по магазинам, водить машину, гулять с ребенком и отдыхать на природе. Наслаждайтесь качеством вместе с вашей новой парой Puma.